Святой Пресвятой Истине, Мши вашей милой ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и вне Христове, и вновь. Отче наш, и живи, и на небесе, да святится, и Духа, и Духа, Царствие Твое, и будет воля Твоя, как на небесе, и на земле, и как наш насущный, как наш есть. И остави нам долги наши, как же мы оставляем чувством нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, аминь, Господи, 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 помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся Преподобному Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся Преподобному самому Христу, Царю Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, помимо лени моему, внуши молитву мою, в небо страстивых. А лица Твоего судьба моя, зайди, дочи мои, добить до правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси ночью. Искусил меня еси, не обрести мне неправда. Я когда не воскую годят уста мои дел человеческие, за зависалости от Твоих расах и не путежась таки. Забежи с тобой моя, воссидя Твои, да не подвижется с тобой моя. А за злак яко, услыши меня еси Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши голову моя. Удиви милости Твоя, спасай, бывающе на дяка, тебящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, я хозяин Твоего, благо крыл Твоего, подвижу меня. А лица нечестивых и страшных мя, грози мою душу мою, держаши, пусть свой затвориша. Уста его ложи, гордыню исконяши мя, на небо души мя, очи свои возложиши, уплотните на землю. Обяши мя, яко лепко, топно лови, яко с кем наблюдаем тайны. Воскреси, Господи, предвори я и сердни, избави душу мою, нечестивых, а оружие Твое, от рак, руки Твоя. Господи, от малого земли, достели я в животе, и не сокровенно Твоих исполнится чрево их. На свете же сыновья, ставишь и станки молиться своим. А же правда и плюс лицу Твоему, насыщите, не дай иметь вместе славе Твоей. Тебе, Господи, возлюби душу мою, Боже мой, на тебя, расскажу себе век. И же дабы смеют мне соблюди мои, высите шпящие тебя, не постыдятся, да постыдятся, вызову нашего джа. Пути Твои, Господи, скажи мне, сидям Твои, научи имя, наставь меня на истину Твою, научи имя. Я буду идти, Бог, спас мой Тебе, Тебе, Христе. Помните, Бога Твоя, Господи, милости Твоя, как это суть. Грех юности моя, неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня, Ты ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь, Его ради Твоим положиться, бежавши на пути. Настави кровь и на суд, научи кровь и пути на своим. Все пути, Господи, милости, и суду запускающим завета Его и сведение Его. Ради имени Твоего, Господи, и чести грех мой, Бог Твой есть. То есть человек боится Господа, законоположит ему в пути Божией воли, душа его в многих подвернется и всеми дома сидит землю. Держава Господь, боящийся его, и царей его, и битый. Очи мои, много Господа, яко той истории, да сети ноги мои, присели мя и помилу мя, яко иди на воды, нищу я снимас. Скорби сердце моего, множество от муж моих, и сети мя, лишь сиренья моя, и труд мой, и остави вся книги моя. Лишь враги моя, по множеству любви денег, неправедным за Давиде шумя. Сохрани душу мою, избави мя, да не постыдусь, яко бывам на тях. Не злобиве и праве, прикрепя по сумея, яко бы тебе, Господи, избави Божию, Израиль, за тебе его. Помилуй меня, Боже, повинится, милости Твоей, по множеству шедрот, веки, очисти беззаконие моя. Наибаче мои мят, беззаконие мои будет, греха моего чести мял. Яко беззаконие мое осна, и грех мой предо мной, и свои ноти, видимо, но согреши, и лукавы, и потугой сутвори. Яко да будешься в своем сердце, и будешься в меда судить идти. Всех беззаконие сочатый, я и сими при сердце тебе, мать моя, сего есть у нового тебе, и себе телесная тайна, приму бесу твоей, я бью миссии. Оградишь меня и соком и лечишься, мыши меня и паче снег убрюся. Слух мой муда сорвалась веселье, взрадуйся после вселенной, а не веселится твоих грехов, и вся беззаконие моя чисти. Сердце чисто, сознижи во мне Божие, душа моего, крови моей. Не отвечь мне от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не дыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа, удачи утверди имя. Научи беззаконным путем Твоим и честивее Тебя обратятся, и избави меня от Твоей Божьей, Боже, спаси меня, Бога, радуйся из всех моих праве Твоей. Господи, усни мои дверь, соши ее, сами десятку Твою. Я кашу, чтобы сетей сижать, вода попуба, все сижать небо движет. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушен, и свинь, Бог не чужит.
О Боже Господи, поклонись любим сильно, и да созвежда со стены веселим сия. Тогда бы говоришь у жертвы, правда, возношение все сожигаемое, тогда бы зажатно отдать твои цельцы. Слава Твоей Сыну и Святому Духу, и ныне, если веки в аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. С высоты сижа, если благоутробнее, погребение пья, если перенедное, это нас освободишь из животе и воскресенье наше, Господи, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благости научився и трезвясь во всех, благою совестью, священолепно обувся, почерпись и отсосила из рамока неизреченная, и веру соблюд, равное течение совершилось в священномученичьей иерархии, моли Христа Бога, спасите душам нашим, и ныне Христа, и Кирова, Богородица, Ты, и Солоза, и Сына, и Возвратишь нам Бог живота. Тебе молимся, молись, и владычися со святыми апостолы, помиловать душу нашу. Господь Бог, благослови, благослови, Господи, и не поспеши нам Бог, спасение наше, Бог наш, Бог, спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый весь свет, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый весь свет, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый весь свет, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и на ней писай, и в аминь. И святая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, воды по Христе, беззаконие наше. Святый посети, святые наши, имени Твои братья. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и на ней писай, и в аминь. Отче наш, и живи на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш, насущный наш, на низ, и остави нам долги наши, як и живем и оставляем дочерям нашим. И не веди нас в свое искушение, но избави нас от рук богов. Аминь. Воскреси из гроба умершие, воскреси Иси, и Адам воскресил Иси, и Ева ликует во Твоем воскресении, и все концы торжествуют, я же и смертный восстанем Твоим, многомилостивее. Господи, 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 помилуй. Господи, 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 помилуй. Господи, 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 помилуй. Господи, 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 помилуй. Еже на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемые, славе Божести Божия, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробнее. Еже праведная, любая, грешная, милая, еже вся зовет ко спасению, вещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими наше участие молитвы, и исправи живот наш, заповедям Твоим, души наши, святи телеса, очисти, помощи мне, исправи мы все чисти, и избави нас от всякой скорби, злой болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да воплощением, соблюдая нас славяне, достигнем соединения веры, в разуме преступной Твоя славы, как и благословение все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и на небесах, и грехов, аминь. Честнейшую Херувим, и славнейшую Господиню Серафим, без осенней благослови, лучшую, сущую Богородицу Царь величаем, именем Господне благослови, Отче. Аминь. Владыка Божий, Отче, Вседержителю, Господи, Сыне, Единый Божий, Иисус, Христос, Святой Душа, Единое Божество, Единая Сила, помилуй грешного, и имя живее со судьбами, со семьи, достойный гроба Твоего, яко благословение все веки веков. Аминь. Идите, поклонимся цареве нашему Богу, идите, поклонимся преподобному Христу, цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, приведем самому Христу, цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, и в силе Твоей святи меня. Боже, услыши молитву мою, внуши бы голову с моей. Я хочу чуще восставши на меня, и грязи заскажи душу мою, и не побожу Тебе Бога пред собою. Слева Бог помогает мне, Господь, заступни души моей, отрази славя Тобой моим, истинно Твоей подруги. Боже, хожу Тебе, исповедься имени Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали, избави меня и сильно подними мои воздрёхи мои. Души Божьи, молитву мою, не прести моление моего, во мне мию, услыши меня, воскорбей печали моею, и святой от глаза Божий, в служении грешничая, я был хранишен в беззаконие, и во гневе вышла в акуме. Сердце мое, святейте во мне, и боясь на свете, на родину меня,
страхи пред призванное по имя тьма. И ректу разбитые в колубине, и полищу, и кочию, все удали собега, и удали со пустыни. Чай Бога спасаешь, камень от малодуши в буре, потопи, Господи, весели языки, как и видите, беззаконие, привлекание по брате. Днем и ночью выйдет об стенам его, и беззаконие труд по среде его неправда, и не оскудет, чтобы не горит хейлись. Я каще бы враг поносил мне при тебя Бога, я еще бы ненавидел меня, но меня выучил. Перелечи был, кто бы сеть него, ты же человече равнодушнее, воды домой, и знай, но мой, и же Бог наслаждался, если со мной окрашен. Тому Боже, и ходи, там не размышления. Да выйдет же смерть меня, и да снил за отживи. Я клыка сожилища, и посетей, а с Богу возвратил, Господь услышу меня. Вечер и золотой, полудня, хвалей, и возвещу, и услышу глаз мой. Избави миром душу мою, приближающуюся мне, якобы мать тебя вкусу мною. Услышит Бог, Господи, я сыпающий век, есть твоим изменения, я ты не боишься Бога. Простей руку свою на воздаяние, исходнейший завет Его, расселившись от гнева лица Его, приближившись от сердца их, умякнувшись от веса и паче, и тасуют стрелы. Возвести на Господа печать твою, то есть я преподает, не даст век новый праведнику. Ты же Божий, не задержишь и усложнить сечение, Божие кровей, и не преподавает на свете, как же Господи, убываем от тебя. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небеса говорится. Причет Господи, ведь заступник мой неси, приверши моя, Бог мой, уповая на Него. Я готов избавиться от сети ловчей, собеседник тешно. Лишь вас своим осенится, и подпилей Его надеющийся. Оружие выходится и сына Его, не убоишься от страха ночного. От стрелы летящего дня, от вещи во тьме приотящего, от стрящего без полуденного. Подет от сына твоя тысяча и тьма, тесной тебе же не прибежится. А ваче, чем от твоим осмотришь, и воздаяние вещего будет решив. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положу, и все прибежище твое. Не ответит тебе слово, да, не прибежится везде твоему. Яко ангелом своим заповести тебе, сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьму тебя, да никогда прихнешь, камень ногу твою. На аспера и василиска наступишь, побережь льва и змея. Яко на меня уповай, и сваги, и покрою, яко познай имя мое. Позовет ко мне, и услышу его, синь, есть он скорби, из моего, прославлю его. Да готовь мне, исполни его, и вы ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и мне, и святый, и аминь. Аллилуйя, 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 славьте Божия. Аллилуйя, 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 славьте Божия. Аллилуйя, 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 славьте Божия. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. С высоты стишаясь и воду, кровь неопогревения, приялись и гневная. На нас освободишь страстей, животе и воскресенье наше, Господи, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благо сила учиться и возвращаться на всех благом, совестью, священно верно, о Бог вся. Почерпи сердце, суда и страна венеца, чем я, и веру соблю, равное священно, совершу и все священно учим, чьи рапия. Молитвы с Тобой, Спаситель душа наша, и ныне и Христа ветви помоги, яко не имам и дерзновение, запри ноги в веки наши. Ты и же себе рочивайся, моли Бог, Богородица Дева, много поможет моление Мати, неко благосердию подойти. Не плесь убежь, ты хоть и чисто, яко милости весь, и спаси моги, и же и страдать, и нас изволивай. Скоро до предварят мыши, кроты Твои, Господи, яко огню шахом тело, помози нам, Боже, спаси нас, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас. И очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, Святый Крестный, собери Сын у нас. Святый Боже, Святый Крестный, собери Сын у нас. Святый Боже, Святый Крестный, собери Сын у нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и мне, Христу и Его имя. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа и Духовни. Отче наш, иже иси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем дождяком нашим. И не веди нас в искушение, и стави нас от усадок. Аминь.
Аминь, воскресе гроба умершие, воскресе, и Адама воскресе Иси, и Ева ликует во Твоем воскресении, и Неси, в конце торжествуют, я же из мертвых восстанем Твоим многомерствие. Господь, Еже на всякое время, на всякий час, и на небесе, и на земле, и поклоняемые, и славим Христе Божие, долго терпеливе, много милостиве, много благоукротне, еже праведное Тебя, и грешное милое, еже всякого и ко спасению, крещение ради будущий плат, сам Господи, прими и наши части молитвы, и исправи живот нас, заповедям Твоим, души наши, осветители, сочисти, помышления, исправимости, чисти, и избави нас от всякие спорки, слова болезни, обрези нас святыми Твоими, ангелы, да, обучениями, собираем и оставляемые, достигнем соединения веры, и разум и преступные Твоя славы, яко благословение Тебе, Бог, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и небесно, и кривом, аминь. Честнейший Херувим, и славнейший Василий и Сергеем, и Гусей, и Богословоросы, Аминь, Боже и Господи, силы все отварите Тебе, и разумного сердца беспрекладного милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и спаслава на спасение. Честным Его Христом, рукописание, грех наших, растерзавый, победи бы тем, начало и власти тьмы. Сам подобие человека любче, прими нас грешную, благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригласи страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших, совесали помышления лукавствия, но любовью Твою изви души наша, на Тебе всегда зирающие, еже Тебе светом исцеляемый, Тебе неприступного и присутствующего зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение посылаем, пресначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и все святыми Богими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно и веков. Аминь. Тех и бой свея, себе благочестим живущих дней,
невидимых, в наши учительными спасибо благочестие, Господу молимся. Господи, помилуй. О граде всем всяком граде стране, и веры живущим в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благотворение воздухов, о забилы плодов земных и вредных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О славящих путешествующих, идущих, страждущих, денег и спасений, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, избавьтесь нам от всякие скорби и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владеюся нашу Богородицу, и приступим Марию со всеми сидими, помянувшие сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Святе, Господи! Спасибо.
Душа наша. Воскресе
Thank you.
благовестителя, святаго апостола и магнит Луки. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, воскресным днем, братья и сестры, сейчас мы слышали в Евангелии самое трудное требование христианской жизни. Сегодня Господь призывает нас любить своих врагов, любить тех, которые нас обижают, оскорбляют, мешают нам жить. Но прежде чем нам говорить о любви, мы должны освободиться от нелюбви, во главе которой стоит сатана. Дьявол делает все, чтобы в мире не было любви. Он так хитро запутал нам мозги, что люди даже потеряли понятие о любви. Какие тирании ради любви совершаются в мире? Даже бомбы взрываются ради любви к народу. Плоды дьявольских трудов мы сейчас видим и в мировой политике, и в войнах,
и в развале традиционных обществ и распадающих семьях. Вот и эпидемия. Коронавирус принесла много нелюбви в мир и тоже является работой дьявола. Бог попускает дьяволу творить мировое зло ради спасения человеческих душ. Часто бывает, что из злой ситуации Бог творит добро. Этим полна история мира. Гонения на христианство, начавшиеся со дня убиенных 14 тысяч младенцев, принесло миру миллионы святых мучеников и исповедников, молитвенников за нас. Да, у сатаны много злой силы, но в нашей настоящей беде мы увидим, что Бог повернет зло к тому, чтобы из него произошло добро. Будем ждать и молиться, чтобы так было. А в настоящее время что сделала эпидемия, принесенная в мир дьяволом? Во-первых, принесла страх, который стал контролировать поведение жителей мира. Многие люди в страхе потеряли ориентацию и здравый смысл и забыли о том, что только Бог может нас их спасти от всех бед эпидемии. Это в точности, чего хочет сатана, чтобы люди из-за страха забыли Бога и искали защиты у властей. А как всем известно, правители многих стран состоят из людей, стоящих очень далеко от Бога и заинтересованных только в деньгах и власти. Во-вторых, эпидемия внесла в мир поток лжи, обманывает людей, власть имущие, обманывают ученые и сами друг друга обманывают, пуская в интернет всякую лживую информацию. Опять сатана, будучи отцом лжи, хлопает в ладоши. И в-третьих, коронавирус принес в мир разделение. А где разделение, там нет любви и нет равенства. Сейчас власти создали класс людей, не имеющих прав полностью участвовать в жизни страны. Это люди, не принявшие прививки. Все бы ничего, если бы это относилось только к невозможности покупать одежду, стричь волосы и ходить в кафе. Но власти пытаются контролировать и церковную жизнь, что опять играет в руку сатаны, который вносит в церковную жизнь разделение и почву нелюбви и раздоров. Государственные законы не должны контролировать то, что происходит в церкви. Это дело не мирское, а Божие. Братья и сестры, не будем слепы к тому, что происходит вокруг нас. Мы должны контролировать то, что происходит в церкви. Мы должны понимать и разбираться в событиях мира. Страх, обман и разделение посеяны сатаной, мешают нам жить в любви и создают для нас врагов, которых уже у нас раньше не было. Но все-таки в словах Господа «любите врагов ваших» остаются все в той же силе, в какой бы условиях мы ни жили. Эти слова являются сердцем христианской жизни, и их надо исполнить. Господь очень ясно и просто говорит нам, как мы должны любить. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Господь любит нас не потому, что мы достойны Его любви. Он любит нас ни за что, такими, как мы есть. Он любит нас всегда, несмотря на нашу неверность Ему.
Он возлюбил нас до конца, до последнего дыхания, до последней капли крови. Он отдал свою жизнь за нас. Святые отцы говорят, что заповедь о любви к врагам мы должны принять твердо, как истину Христову. Но нам нужна Божья помощь, потому что сатана, враг любви, всегда будет мешать нам любить наших врагов. Но с Божьей помощью, с силой Его благодати, все возможно. Об этом надо молиться. Сейчас надо особенно сильно молиться о любви, молиться о наших властях, о том, чтобы в мире было меньше обмана и разделения, чтобы мы могли свободно исповедовать свою веру и ходить в церковь. Слава Богу, сейчас к власти в нашем штате пришел верующий христианин, католик. Дай Бог, он оправдает наши надежды, и государственные решения будут делаться христианской точки зрения. С Божьей помощью и с Его благодатью все возможно, и все будет хорошо. In today's gospel reading, we have been reminded of the most difficult obligation for us Christians. Today, the Lord calls us to love our enemies, to love those who offend and insult us, those who persecute us and make our lives miserable and at times intolerable. But before we even begin discussing Christian love, we have to shake off our tendency for disliking people, an attitude instilled in us by Satan. The devil does everything possible to eliminate love on earth. He has confused people's minds in this regard, and the true meaning of love has become distorted. Consider what tyrannical acts in the name of love happen in the world. There are bombs exploding in the name of love. Demonic activity seen in the world of politics, in all the wars, in the collapse of traditional societies, and in the breakup of family life. Presently, the coronavirus epidemic brings with it such spiritual negatives that it could only be the work of Satan. God allows the devil to do evil on the global scale with the aim that the end result is the salvation of people's souls. God creates positive outcomes from the most dreadful of situations. The history of the world is resplendent with such miraculous victories. One example is the persecution of Christians which began in year one, with the killing of 14,000 infants in Bethlehem, and continue to this day, bringing to the world millions of holy martyrs and confessors. Yes, Satan is a powerful evil force, but in time we will see how God will reverse the evil of this epidemic for the creation of good. Let us be patient and continue praying for this to happen. So what are the spiritual evils of this pandemic? Firstly, it is the fear which has been weaponized in order to control the world's population. Many people stricken by fear are in a state of panic and have lost their orientation and common sense and have forgotten that only God can save us from this pandemic. And this is exactly what Satan wants, for people to be frightened, to forget God and look for protection from secular authorities. And as we know, many representatives of secular authorities are distant from God and are primarily focused on power and personal gain. Secondly, the epidemic has brought to us a tsunami of lies and deception. We are being deceived by politicians,
health administrators, scientists, pharmaceutical companies, the media, and ordinary people who deceive each other by spreading fake information over the internet. Once again, Satan, being the father of lies, is clapping his hands with glee. Thirdly, the coronavirus has brought division amongst us. And where there is division, there is no love and no equality. Presently, the authorities have created an underclass of people who are unvaccinated. The unvaccinated are forbidden to enjoy the new freedoms allowed in New South Wales. And that would be okay if it only meant that you could not buy clothes, have a haircut, or go to a cafe. But unfortunately, the politicians are trying to control what happens within the church sphere. This plays right into the hands of Satan, who dearly loves division, conflict, and strife in church life. However, church life is the domain of Christ and his followers, and not governments or secular authorities. Brothers and sisters, let us not be blind to our circumstances. We need to make sense of what is happening in the world. Fear, deception, and division, sowed by Satan, interfere with us living in the spirit of Christian love for each other. They create enemies there where there were no enemies before. Yet the words of love your enemies remain in force, irrespective of circumstances. These words are at the heart of Christian life, and we Christians need to fulfill them. The Lord tells us very clearly how we should love. Love one another as I love you. He loves us not because we deserve his love. No, he loves us as we are, just like that, and for no other reason. He loves us at all times, despite our constant disloyalty to him. He loves us to the end, to his last breath, to the last drop of blood that he shed for us. The Holy Fathers say that we need to treat the commandment of loving our enemies as seriously as Christ's truth. But we need God's help to learn this difficult task, because Satan, the enemy of love, will always try to destroy our attempts of loving our enemies. Yet with God's help and the power of his grace, anything is possible. For this, we need to pray. Especially now, we need to increase the intensity of our prayers and pray for our authorities. Pray so that there is less deception and conflict in the world. Pray so that we can all freely practice our faith and enjoy the freedoms of speech and movement. Glory is to God that in New South Wales, the new leader is a person of devout Catholic faith. God help the new premier to live up to our expectations, and that his decision-making will be guided by Christian principles. With God's help and his holy grace, we may see better times soon. Amen. Thank you.
Перебирается представление церкви и господин наш Пресвященный епископ Георгий и от всех Божьих сестер братья наши. Поверьте движимого, пощади нас, смиренных, достойных рабов, твоих на покаяние, теплую веру и сокрушение сердечным тебе, милосердным, благопримитному Богу нашему, падающих и на милость твою уповающих. Твое бы есть, еже, миловать и спасательный Божий, где славу высылаем,
Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно во веки веков.
Thank you.
друг друга со едиными мыслями исполнены.
Добрый ответ этот страшный сидящий Христос.
Thank you.
божественное же пья кровь к общению, первие перемирись и тя печалившим, даже дерзая таинственное брашное, прежде причастие страшные жертвы, животворящего тела владычня, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источники жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые свидетелю, безначального Отца, сопресносущной Сыне и собезначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти болтися и распнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обновивый и растлевший грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Согреших по Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрите на высоту славы Твоей я. Прогневав по Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долго терпеливший и много милостив, не предал и семья погибнуть и со беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения. Ты пореклась и человека любче пророком Твоим, я по хотениям не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь и быть владыко создание Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти. Тем же я, аще недостоин есть в небесе и земли, и сия привременной жизни, всего себе повинув греху и сластем по работе, и Твое вскорнив образ, но творение и создание Твое бы, не чаеваю своего спасения окаянный, на Твое же бессмертное благоутробие дерзая прихожду. Прими оба меня, человека любча Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческой исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоевая, не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякие скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоем, якода чистым сведением совести моя, святынь Твоей часть приемля, соединюсь со святому Твоему телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее, пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, а те же недостойны тем причащатися. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святаго общения в напутии живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якода я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, в них же препрославленность и во веки, аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достойни же доволен, да под кров ниже храма души моей я, цене же весь пуст и палца есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирились и себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприялись и в вертепе, и в яслих бессловесных возлищи, сице восприими и в яслих бессловесная моя души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоились и в нити, и свечеряйте согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи внити в дом смиренная моя души, прокаженная и грешная. И яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающим тебя. И яко же не вознушался и скверных я уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих вознушайся сквернших он и уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистишего моего языка. Но да будет мне уголь Пресвятаго Твоего тела и чистые Твоя крови, во освящение и просвещение, и здравие и смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действия,
возгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоя благодати и Твоего царствия присвоение. Да, небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, осмысленно волка звероловлен буду. Тем же молюсь и Тебе, яко единца и свят владыко, освети мою душу и тело, уми сердце, червеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и десную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы смешения, очистых и девственных кровей, паче естества родшие Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Бо Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздья, копия, смерть, умертви моя души тленные страсти телесные, погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим живоносным воскресением падшего праотца восставивай, восстави мя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживый восприятие и съедесным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, с нителем утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики соделывай, приятелище мне покажи такое пришествие, хотя и паки прийти и судите их вселенней правдою, благоволи и мне усвести Тя на облацах, судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Чистое тело, сия и самая честная кровь, смолись помилуй меня. Прости мне прегрешение, вольно или невольно, словом и же делом, и же ведь без бесподобия неосужденно причаститеся. Причисти Твоих тайн, смолись духом, же вечным, вечер Твоей тайны, неси не Божий причастие, причастие святыми. Не врагом, не халиповым, не лоза и период, но когда сбойник, помяни мне Господа Царства Твоего, не суд Твоей судьи, не будь причастие Твоего Господи, прости мне души. Thank you.
Thank you.
Благ и человек, как его берет.